сила солнечных лучей и непосредственная близость экватора благоприятно воздействуют на травы, относящиеся к группе растений С4. Эти травы необычным способом преобразуют солнечный свет и углекислый газ в сахариды. У большинства трав клетки, которые осуществляют фотосинтез, расположены у поверхности листа. В растениях группы С4 они сконцентрированы вокруг внутреннего пласта клеток. Когда углекислый газ проникает в лист, внешние клетки этого комплекса накапливают двуокись углерода. Это и есть секретное оружие растений С4. Лист действует как двигатель с турбокомпрессором. Он производит сахар и растет почти в 8 раз быстрее других видов трав. Как только жар от солнца усиливается, процесс фотосинтеза происходит интенсивнее. Вся система заключена в твердую внешнюю оболочку. И поэтому траву так сложно переваривать. Травы группы С4 одолели и вытеснили остальные травы в самых жарких частях Восточной Африки. Многие травоядные не могли питаться этими жесткими травами на вновь образованных равнинах. Однако новые растения стали излюбленным блюдом для одной группы млекопитающих.